Друзья, поздравляю всех с наступившим 2018 годом, всех пивоваров и просто любителей пива поздравляю с этим знаменательным событием. Хочу выразить вам огромную-огромную благодарность за вашу поддержку. Очень вы сильно нам помогли во всем этом нашем движении, становлении пивоварни, наших варках. Ваши рекомендации, советы, просто поддержка моральная очень-очень сильно нам помогала. В этом году, надеюсь, что мы все-таки откроемся, пройдет эта наша бюрократическая полоса, и нас все-таки допустят к варкам пива. Будьте с нами, следите за нами, как мы будем развиваться вместе с вами, с вашей поддержкой, с вашими советами. Надеюсь, в этом году многие из вас, ну, не говорю, что все, у всех, наверное, не будет возможности, но многие смогут попробовать нашего продукта. Перед Новым годом у нас была последняя комиссия аттестационная. Я надеюсь, что мы ее прошли, будет все нормально, нам дадут аттестат производства. Как только мы получим аттестат на руки, я начну выкладывать видео про нашу пивоварню. Мы их наснимали, где-то десяток у нас есть видео. Буду потихоньку выкладывать с того момента, как мы прервались. Так что будьте с нами, оставайтесь с нами. Всего вам самого лучшего в этом году. Пока.